Под мирным небом в Караганде открылся мечник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В традиционном для нашего города мероприятии принимают участие учреждения образования, спорта, культуры и досуга. В нынешнем году открытие мечника состоялось внутри атриума школы-гимназии номер 102. Подробнее в сюжете. Чуткий шаг знаменосцев отпечатывается в сердцах всех патриотов нашей страны. И, конечно, гимн. Сегодня он звучит в живом исполнении, в унисон, и от этого охватывает огромная гордость. Ежедневно в период с 7 апреля по 7 мая в городе Караганда проходит месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в рамках которого образовательными учреждениями, учреждениями спорта, культуры, досуга и другими реализуются различные мероприятия патриотического характера. В 102-й школе-гимназии состоялось в нынешнем году открытие этого масштабного патриотического мероприятия. Здесь хотелось бы отметить, что в этом году проводится это мероприятие именно вот под открытым небом в атриуме школы-гимназии номер 102. Чем ассоциируется мирное небо, мир на земле? Впервые открытие проходило под распростертым небом внутри удивительной красоты сооружения – атриума школы-гимназии номер 102. Благодаря особой конструкции сооружения зрителям открывается полный обзор программы мероприятия с трех этажей атриума. Напутствием к собравшимся обратилась заместитель акима города Караганды Ирина Любарская, которая отметила, что быть патриотом своей страны – огромная честь для любого человека, имеющего гордость и собственное достоинство. При этом основная линия патриотической политики, проводимой главой государства, заключается в том, чтобы поставить во главу угла приоритеты политической общности всех казахстанцев, приоритет согражданства над другими формами идентичности. Вы живете все в счастливое время. Страна делает для вас все возможное, чтобы вы развивались настоящими патриотами нашей страны. Будьте достойными своих дедов и отцов. В мероприятии, помимо юных патриотов, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны Афганской войны, представители Совета ветеранов, педагоги. Патриотами не рождаются, ими становятся. К данной работе у нас в тесном контакте мы работаем с нашими ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, воинами-афганцами и представителями старшего поколения. В школах города пройдут у нас игра «Зорница». Мы будем готовиться к мероприятиям к 9 мая, посещать ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым днем ветеранов становится все меньше и меньше. Если у нас 9 мая к 2017 года было ветеранов свыше 150 человек, то сегодня ветеранов по городу Караганде осталось 92. И я думаю, мы должны уделить самое пристальное внимание нашим ветеранам. Военным быть мне нравится, потому что я хочу защищать родину, защищать маму, папу, чтобы не было войны, родину защищать. Ирина Вещевич, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5 канал.